считаем однозначно, что я подал заявку в Министерство ЖКХ о межрайонной полигоне на границах, но в большей степени подходит на территорию Искитима и нашей земли. Дело открытия межрайонного полигона со строительством завода по переработке. Потому что возить в Раздольное вещь дорогая. А ну так какая? Но вы же прекрасно понимаете, Елена, что рано или поздно все равно, так сказать, наступит прозрачность этого вопроса. Уже я так понимаю, вот я сегодня читал, что поднялся вопрос о том, что цены будут разные, для каждого района будут разные цены. Все уже... Смысл в чем? Если район спит, то жди, когда за тебя дядя поработает. Дядя поработает с какими деньгами? Ты же спал, ты же ничего не делал. Тот, кто проснулся, и говорит, что нет, ребята, мы будем сами делать. Тогда решайте вопрос сами, это как? За счет бюджета? За счет инвестора, концессионера, что это, кто? Вот, это называется проснулись. Тогда цена вопроса другая. И я считаю, что правильный подход, то, что озвучено сейчас Владимиром Алексеевичем, что завтра будет тарифная политика другая. Где город закрепился, считай эту цену. Обслуживать никто не будет чужие города и районы. Ну никто. Общий этот общак, это все условно. Завтра начнут все равно считать деньги. И наша задача сейчас, чем быстрее мы со Искитимом найдем вариант этой площадки, но площадка-то найдена. Теперь только вопросы, за счет чего и как. И все. Чем быстрее, тем лучше. И второй вопрос, надо с нашим полигоном тоже судьбу понимать. Мы его как? Чернобыльская АЭС? Топаком закрываем, или мы ее перерабатываем? Тоже тема.